Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья. Меня зовут Ульянов Олег. Сегодня я вам расскажу о второй возможности, как можно зарабатывать золото и деньги в компании Goldex. О первой возможности вы уже знаете, я вам рассказывал о бонусной программе, как это работает. Я думаю, вы все уже знаете прекрасно, но для тех, кто не знает, я коротко напомню, как работает бонусная программа, первая часть маркетинга. Да? Бонусная программа работает очень просто. Клиент делает заказ на покупку набора комплекта золотых слитков. Да? Вот золотые слитки у меня здесь представлены. Клиент делает заказ. Комплект слитков, набор слитков от 1 до 100 грамм стоимостью от 7000 евро. Клиент сделал заказ на такой комплект, получил от компании счет на оплату и может этот счет оплачивать. Может оплачивать за счет собственных средств, пожалуйста, есть деньги, можете сразу оплатить и забрать весь комплект слитков. Если денег пока не очень много, можно оплатить этот комплект в рассрочку на условиях предоплаты. То есть клиент сделал предоплату, можно делать любую, но минимально от 540 евро. Сделал предоплату, дальше клиент может опять либо сам доплатить собственными деньгами, либо может оплатить за счет бонусов. Бонусы компания дает не, скажем так, не за красивые глаза, да, компания дает бонусы за работу, за определенную работу. Поэтому вы четко должны понимать, что маркетинговая программа подразумевает под собой определенную работу, определенные усилия какие-то. Компания не принимает никакие вклады, никакие взносы. Здесь этого нет, я вам скажу сразу. Да? Компания – это торговое предприятие, которое торгует драгоценными металлами, торгует золотом. Очень просто. То есть это не банк, не инвестиционный фонд. Да? Это торговое предприятие. Есть золото, можно покупать. Все очень просто. Поэтому компания вкладов не принимает, взносов не принимает, никаких процентов не начисляет. Это не финансовая пирамида, здесь никаких процентов нет. Здесь есть продажа золота. Либо за свои деньги, пожалуйста, мы покупаем, либо за бонусы, которые нам дает компания. Но, как я уже сказал, это за работу, за определенную работу, за расширение клиентской базы, за привлечение новых покупателей, которые также хотят покупать золото. Итак, с этим понятно. Вторая часть маркетинговой программы – это лидерская карьера. В бонусной программе достаточно, ну, минимум хотя бы, да, привлечь два новых покупателя, которые просто купят золото на 7 тысяч или более, да, или могут купить золото также на условиях предоплаты. То есть если у вас два таких клиента есть, а они, конечно, у вас есть или будут, безусловно, то есть друзей, знакомых у вас очень много, я уверен, кому нужны деньги, да, то есть бонусная программа – это не только золото, это еще и деньги хорошие. Поэтому минимум два, ну, у любого человека будут. Но мир, он на наших двух знакомых не ограничивается, да, то есть людей, кому нужны деньги, их намного больше. И, конечно же, у вас будет больше клиентов, больше команды, больше структуры. Поэтому два – это самый минимум. Да? Но любой разумный человек понимает, что с двумя партнерами в бизнесе, ну, бизнес очень сложно построить, очень сложно. Поэтому лидерская программа, лидерская карьера подразумевает, конечно же, расширение команды, расширение структуры, расширение бизнеса, разрастание бизнеса, я бы сказал так. Поэтому если у вас не только два друга, два знакомых, а больше, пожалуйста, приглашайте их в бизнес, да, помогайте им также приобретать золото, да, закрывать столы с доказов, пожалуйста, и рано или поздно вы войдете в лидерскую программу, начнете строить лидерскую карьеру в компании Goldex. Очень интересная возможность, очень интересная. Я в лидерской программе давно, уже 3 года. Сейчас уже на 10-м карьерном уровне, скоро буду на 11-м. Очень интересная возможность, которая позволяет зарабатывать намного больше, чем просто закрывая столы, чем просто вот участвуя в бонусной программе. Да?
Когда вы попадете в лидерскую программу, да, вы будете получать и лидерское вознаграждение, и, конечно же, бонусное вознаграждение. И там будет доход у вас, и там. Поэтому лидерская программа, конечно, это хороший, очень хороший дополнительный доход. И весь доход, собственно, от маркетинга, весь доход, главный доход, он как раз сосредоточен в лидерской программе, в лидерской карьере. То есть те клиенты, которые этого не знают или не понимают, может быть, они видят только столы заказов, да, вот видят, что за каждый стол 3500 евро в золоте, все, для них это предел мечтаний. Ну, что здесь можно сказать? То есть, если человек вот ограничен только этим, то есть ему лишь бы 3000 заработать, ну, это, конечно, тоже неплохо, я бы сказал. Но, поверьте, это далеко не предел, далеко не предел. В лидерской программе можно зарабатывать в разы больше, в десятки раз больше. Поэтому я вам рекомендую не останавливаться на бонусной программе, то есть вы смотрите дальше на перспективу и развивайте бизнес, входите в лидерскую, да, и стройте карьеру. Лидерская программа – это очень интересная возможность, очень интересная. Да? Для лидеров компания организует и круизы, различные интересные мероприятия и так далее. То есть, ну, это помимо того, что, конечно, можно очень много зарабатывать в лидерской. Поэтому, дорогие друзья, входите в лидерскую программу. Да? Что это дает, когда вы войдете в лидерскую? С этого момента, с момента входа в лидерскую, вы начинаете получать часть прибыли от продажи золота компании. То есть как это работает? Очень просто. Компания продает золото, то есть у вас в команде, у вас в структуре какой-то клиент купил золото. Компания получила прибыль от этой продажи, то есть вы знаете, 7%. И эту прибыль распределяет по карьере, в том числе распределяет и вам. То есть это справедливо, потому что это ваша работа, ваша заслуга, компания это ценит. И часть прибыли распределяет также и вам. Да? Поэтому чем у вас большая команда, чем у вас больше структуры, чем у вас больше закрывается столов и происходит больше покупок золота, тем больше вы будете зарабатывать в лидерской программе. Более подробно, конечно, можно посмотреть в короткой презентации о лидерской программе. Да, там более подробно это рассказывает. Сегодня я вам рассказываю самую суть. Да. В лидерской программе есть одна тонкость, которую лидеры, начинающие лидеры, не учитывают сразу. Да? Может быть, они знают об этой тонкости, а может быть и нет. Поэтому я для них скажу, что в лидерской программе, в лидерской карьере очень важно всегда поддерживать разницу в уровнях, то есть всегда поддерживать отрыв от своих лично приглашенных. И чем больше этот отрыв, тем больше вы будете зарабатывать. Это очень важно. Поддерживать этот отрыв, да, можно только за счет того, что у вас много структур. Не два лично приглашенных, как я вам говорил, вы с двумя бизнес не построите. Приглашенных должно быть больше и должно быть больше структур. Вот тогда у вас всегда будет отрыв, да, и вы всегда будете зарабатывать. Всегда стройте свою первую линию, всегда это делайте. Да? Потому что некоторые лидеры, ну вот скажем, они поставили себе цель просто войти в лидерскую программу, вошли на первый уровень и почему-то остановились, все, задумались, сидят, ждут. Да, что ждут, тоже непонятно, не ясно. Надо развивать бизнес, развивать. Первый уровень, второй, третий и так далее. То есть до 12 уровня, до 12 надо дойти. А когда вы дойдете до 12, даже пусть не до 12, 9, 10, то есть достаточно высокие уровни по карьере. И представьте, если в этот момент у вас будут появляться новые лично приглашенные, да, новые активные клиенты, которые будут строить структуры, то вот отрыв с ними будет уже очень значительный, да, и доход ваш будет намного больше, намного больше. Поэтому, дорогие друзья, рекомендация в лидерской очень простая. Всегда стройте свою первую линию, никогда не останавливайтесь. И доходы, они вас впечатлят. Это коротко то, что я вам хотел рассказать о лидерской программе. Я продолжу комментировать как-то, может быть, какие-то
ошибки, да, какие-то недочеты, давать какие-то рекомендации и пожелания. Поэтому я с вами прощаюсь до следующей встречи. Всем желаю успехов, здоровья, благополучия и процветания. Меня зовут Ульянов Олег, компания MGoldex. Стань клиентом уже сейчас.